О, раннее утро. За водой пришли. Шариком уже успели поиграть. Вот она где. Вот у него комарики-то. И едят его они. Ой, ой, закутался. Это Егор так закутался-то? Да все они закутались. Ну, смотри. Нестор-то не кутается, как ты. Открытый. Глянь, фуражку снял даже. Никого не боится. Бери пример. Ну, Егор, от собачки отогнать надо. Молодец. Сострадательный. Это вот дальше балерина. Вот она где наша. Аббревиатура. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Вот они. Обихаживают его со всех сторон. Но побежали мои кошки. Так, у меня прибыль. Кошка принесла 4 котят сегодня ночью, вчера днем. Все, главное, рыжие, а один, 3 рыжих, красные прямо, а один маленько белесый, называется Бусы. Ну, кто говорил, кому нужны котята будут, кому оставить? Ну, ты с домашними-то поговорила, возьмут, нет? Не говорила. А куда я с ними тогда буду? Ну, кто просил-то? Тех уже и нету, наверное. Речь идет о местных. Знаете, Дина, я могу спросить? Ну, так это что идет? Туман или дождь? Дождь. Дождь? Ну да давайте поскорее освобождай их. Что-то тихо она набирается-то. О! Вода-то хороша. Я тут днем как счета. У нас некуда. У нас 3 кошки, 2 собаки. И одна скоро родит. А у меня 5 кошек. 2 собаки. Собака, 3 крысы. Ну давайте, давайте, набирайте. Воду-то пить надо. А раз пить надо, значит за водой надо ходить. Вот они все взялись, они за него, за шарика. Ай, шапками машут от него. Никуда не расходиться, пока все не наберут ведерочки. Так, что там у меня? Там машина приехала. Надо посмотреть. О, голуби. Это через дорогу. Посмотрю вокруг. Тут вроде машина стояла. Уже уехала. Наша машина стояла тут. Романа малыша. Собираются. А шарик блаженствует. Вот это запомнится все им. Видите как? Дядя Володя машет.
как они его обихаживают, и гладят, и... А он замер, кайфует. Видите, вот формируется как человек. Вот они слышат, видят. Все складывается. А потом люди удивляются, а чего он такой? А вот это даже отношение к животному какое разное. А другое он даже пройдет и не заметит. Он же не может себя сам согнать. Он смотрит. Видишь как? Тут трава, я подойти решил поближе. Вот он где, на Егора. Вот он где. Ну что, услыхал, а? Услыхал, но... Ох ты, баловной такой. Можете я ему взять котят одного? Вот так. Только не спасить сначала надо. Так, от него подальше ведерки отнимите. Это, близко не ставьте к шарику, уберите ведерки туда, подальше. Подальше. Вот он где как. С Алешей они вместе. О, они какие. Смотрите, когда еще иногда я вот так выставляю руки, он ползает. Так, убери воду-то, убери. Сторонку убери маленько. Смотрите. У Вики поменяйте ведра кто-то. Вон он большой-то висел. О. Я хочу. Вот видишь, раскубарился Егор-то. Не бойся комариков. Не надо бояться. Ой, какой шарик. Маленький, беспородистый, а такой ласковый, хороший. Я не боюсь, я просто не привык к такому. Нравится тебе шарик? Да. Мне надо сначала позвонить родителям и спросить, можно котенка взять какого-нибудь рыженького. Ну, не знаю, как они примут или не примут. Ну, собирайтесь, сейчас пойдут. Все, последний он. Видите, какая радость. Утро раннее. Вот пришли, увидели шарика, поздоровались, отогнали от него. Вот он как любит. Видишь, как так рождается любовь. Я знаю людей, которые ни кошку, ни собаки не держат. И это отражается на воспитании детей. Говорят, у кого пенсионер один живет, бывает, старые люди покинутые. Если собака, кошка есть, в среднем на 3 года дольше живут эти люди. Но это исследователи так находят. Ну еще, с Богом. Давайте. Бери ведерко свое, Егорушка, давай. Вот она, паства наша. Комарики тут. Дождь идет. Туман ли? Давайте, прячьтесь от дождя, идите. Вот так наша паства. Сегодня 15 июля 2016 года. Вот открыто, ветерок отдувает, ничего особенного нет, комарик сел там, видишь, репьем еще лепит ее сзади, репья хватает. Вот так. Похоже, погода опять меняется, только скосил тут Евгений Дьякон, и теперь трава опять может пропасть.